Кирилл сегодня нашел на барахолке книгу. А ты читал то, что здесь написано? Не смог разобрать. Ну, Владельческая подпись. Париж, 1833 год. Французская грамматика, синтаксис, там, пунктуация, орфография. Пушкинские времена. Это 100% из библиотеки Пушкина. Я знаю. Когда он проезжал мимо Харькова. Да, да, он выбросил ее из кареты. Случайно. Так сказать... Оставил в истории города Харькова. Города. Да. Ну, приятно взять в руки такую книжку. Да, сразу видно. Бумага. Первая половина 19 века. А ты читаешь по-французски? К сожалению, нет. А теперь у тебя есть шанс. Выучить французский. Да. Тут, кстати, пометки карандашные. Ну, вроде бы карандашные. Какой-то гимназист, наверное. Это старался. Пушкин точно, собственноручно. Тут еще был книжный червь, пробегал. Ну, он уже умер. Он не выдержал французского языка. Ну, прикольно. Видите, какие находки есть на нашей харьковской барахолке? Кто ищет, тот всегда найдет. Мы идем уже с работы. Здесь опять какой-то митинг. Забастовка, митинг. Машины все сигналят, люди кричат в рупоры. Что происходит? Полиции много, с флагами стоят какими-то. Непонятно вообще, что это. Мариуполь, 2022, на человека на флаге. Твое молчание. Кричи про полонених, кричи про пленных. Вони мають бути вдома. Нагнали подростков. Та може ти теж їх родственники? Що да, ти говориш? А они сейчас где? Они я в Мариуполе? Нет. А где? Это типа то, что в Мариуполе взяли в плен. Так а где они сейчас? Отсюда я знаю, где они. Ладно, идем. Сейчас. Он Фрезов. Сейчас я с той стороны подойду, посмотрю и пойдем. Thank you.
Пойдем. Я думаю, что это родственники пленных здесь есть по-любому. Молодежь. В основном молодежь, честно. Почему? Там он есть и взрослые женщины разного возраста. Да. Взрослые женщины есть, он и бабушки есть. Так что такой у нас митинг. Очень много людей с камерами там. Смотрите, это как понимать? Побеждаешь в мобильных играх, в ЗСУ нужны твои способности. А как они их используют? Это для геймеров. Они же дроны, наверное, запускают. Нет, я не понимаю. Я не понимаю, как могут геймеры помочь ЗСУ. Да? Понятно. Друзья, я уже дома. Сегодня был такой насыщенный день. Меня прямо переполняют эмоции. Приходили друзья, подписчики. Ну, вернее, все подписчики, но уже ставшие многие друзьями. С некоторыми только довелось познакомиться. Вот приезжал Игорь специально из Сум познакомиться. Наталья с мужем приходили, приходила Виктория. И, в общем, каждый раз вот люди меня настолько удивляют. И цветочки, видите, красивые. И печеньки, сладости, и Амиранчику подарки. Спасибо всем огромное. Честно говоря, каждый раз для меня это, ну, становится такой приятной неожиданностью. И сейчас так что-то бахнуло. Или что-то упало, или какой-то прилет, я не знаю. Кстати, мы стали, я замечаю, кто спрашивал за мой палец, заживает, намазала мазью. Ну, еще, конечно, картина ужасная. Пришла, намазала. Мы стали, кстати, вот такие вот дерганые, как-то реагировать на громкие звуки. Что-то сегодня вот тоже бахнуло так посреди барахолки, у кого-то полка обвалилась в контейнере, в общем, все подумали, что взрыв. Ладно, так, приходила Виктория, очень меня впечатлила. У меня, вы знаете, вот что меня радует? То, что и на канале, и в жизни ко мне приходят, и на канале собрались разные люди. Из разных стран, разных национальностей, на разном языке говорят. Поэтому у меня есть русскоговорящие, есть украиноговорящие, украиномовные. И все мы друг друга прекрасно понимаем, есть и на английском люди, которые разговаривают, на немецком тоже меня смотрят. В общем, и из Мексики у меня есть подписчик. К чему это я все? Вот, допустим, Виктория, она сделала такой замечательный блокнот. Смотрите, что здесь написано. 100% харьковьянин. Здесь с флагом Украины красивый блокнот. Харків, місто мого серця. І смотрите, со всеми нашими достопримечательностями: Газпром, метро, колесо обозрения с парка Горького, мороженое Белочка, всеми известная в саду Шевченко, в кафе Кристалле. 1654 градусник, печенье наше союзное, трамвай. В общем, и написала здесь такие очень добрые слова, добрые пожелания. Честно говоря, меня это так сильно растрогало. Доброго дня, Таня, Нора, Амиранчик, Валя и Ромас. Мене звати Вікторія, я харків'янка, як кажуть, корінна. Родилась тут, нікуди з Харкова не виїжджала. Коли почалася війна 2022 року, ваш канал – це була така віддушина, словами не передати. Дякую вам. З кожного дня чекала на YouTube-каналі ваші нові відео. В общем, чесно, мене це дуже сильно тронуло. Це такі маленькі... Да, я зараз... Да, виключай. Картошка сварилась, домашні.
хлопоты. Видео снимаем и картошку варим после работы. И такие открыточки. Дорогая Танюша, поздравляю с праздником весны. Дорогая Нора, боже, это так все мило. Своими руками. Вот люди приходят, да, и делают и своими руками, и цветочками стараются порадовать, и благодарят за видео. Мы поддерживаем друг друга. Мы поддерживаем друг друга, и спасибо вам вообще огромное за то, что на канале собралось столько позитивных людей. Я очень надеюсь, что когда-нибудь я смогу увидеть вас всех. Всех, очень многих уже знаю ники, знаю аккаунты, с которых вы пишете комментарии, пишете сообщения. Кто-то, когда вот несколько дней не пишет, я уже переживаю, думаю, куда человек пропал, бывало и такое. Думаю, а вдруг что-то случилось, потому что есть люди, которые вот именно под каждым видео пишут комментарии, а я это все, естественно, читаю. Поэтому, естественно, добрых, позитивных людей гораздо больше среди зрителей, и меня это неимоверно радует. Я понимаю то, что добро обязательно победит зло, добра гораздо больше, добрых людей гораздо больше. И, не знаю, у меня такое просто до ведения YouTube-канала, у меня такого не было. Я... Несмотря на все, что происходит, я не разочаровалась в людях. Это самое главное, когда у нас есть вера, надежда и любовь, да? Три кита. В общем, ладно, я сейчас вам тут как начну, это я не остановлюсь. Друзья, у нас, кстати, солнце, это вообще прекрасно так стало. Целый день было пасмурно, а сейчас солнышко. Всем хорошего, доброго, тихого, мирного вечера и сладких снов, кто будет смотреть уже это видео перед сном.